Молодежная сборная России по футболу во всем стремится походить на главную команду страны. И в первую очередь своей непредсказуемостью. Впрочем, такого соперника, как Молдову, наша молодежка побеждать должна в любом расположении духа и за счет одного лишь более высокого класса. Последнее, к счастью, сомнений не вызывало с первых минут. Голы пришли не сразу, но зато целой компанией. Главными героями первого тайма стали Кокорин и Соснин. При этом и Александр, и Антон охотно менялись ролями ассистента и голеадора. По системе гол плюс пас эта парочка заработала 5 очков за 45 минут. Счет же на табло говорил о трехкратном превосходстве россиян. Ждать, когда это превосходство продолжит увеличиваться, долго не пришлось. Вышедший на замену Олег Шатов проявил себя блестяще. 4-0. Еще одной тренерской находкой стал выход Гатагова. Стеночка от хавбека московского «Локомотива» вывела на ударную позицию Кокорина. Хэт-трик «Динамовца» и 5-0 в пользу России. В концовке встречи Шатов сделал счет менее звучным, но зато еще более разгромным. Роскошный удар с лету и 6-0. Сборная России после двух туров уверенно возглавляет свою отборочную группу.